порока Корлеона. Ему 80 лет. Вот он выступал, он просто как на концерте выступал. Это вот звать забыл, как это итальянец. Он, где мы жили, вид вот, просто как красиво, да? Вид вот это. Где мы жили напротив здания, а здесь напротив здания. Раз. Это уже в этой комнате держали. А вот зал, если я знаю. Это опять стою с этим зацепом. Только в другую сторону стоим. Вид. С другой стороны тоже. Вот вручает. Нормально, дружелюбно. Если я в этом тоже не опрос. Какой-то генерал стоит на коне. Тоже Лучанов. Там. Этот итальянец, вот он нож подарил. Правда, это, ну, как тебе сказать, нож там это, штопор сломанный. Ну, как раз, нет, под рукой ничего не было. Вот с полицейским, я ему говорю, я тоже был полицейским. Слышь, ему рассказывать, как раз этот момент защелк. Дружелюбные все, видите, какие? Это красота вообще, красотища изумительная. А это значит, вот уже, это вот примеров, тоже Жуля был с Новосибирска, а это вот бандонист, итальянец, фамилия забыл. Это бандон играет, так типа гармония, но там сбоку какие-то бассейн какие-то, ну, кто бы сказал, и мы фотографировали с ним, вот, Тихончук, вообще мужик такой отличный. Как вас по отчеству? Ну, лет 70 нам дали, например. Профессор, какой доцент, все время очень хороший, непростой. Езжали, представляете? Вот, цифру нашли, на дороге он нашел. И он зафотографировал, а он мне эту цифру потерял, не звонит. Представляешь, с Башкирии, профессиональный министр. Говорит, какой ты, говорит. Он говорит, вот надо на паспорте. Вот тоже в магазин. С итальянцами я тоже, с мэрии. Я не знаю, он что-то такое. Все здание. Это в Неаполе. Вот самоката. Йо, представляешь, я даже фикил. Ну, они ходят, как будто, кому то работают, так как, понимаешь, они там, вот там, естественно, он ходит свободно. Не то, что ходит, а прям ходит и собирает, как того, как ходит. А это вот так, что-то, может, не показал. Там еще здание мне было сфотографировано. Значит, сейчас, я пойду. Там, здание там, 36-й год, мне только 900 я не успел там взять. Где-то рунты полтора высота, представляешь, слышишь, видно. Там, знаешь, вот, здания такие, как тебе сказать, как вот готов упасть. Я там был, вот. Мы там были в кабу, смотришь, там пропасть такая течет. Страшно смотреть, прямо сидишь, как по-моему, Лунчан. И тут тоже Лунчан, Кампи, кардионист. Это значит в Неаполе. Какие статуи, видишь, как красиво. Это вообще евро, по-моему. Это вот Сан-Марино, тут город старинный. От Римини, где я вот находился, да, от Римини 25 километров. Такое тоже историческое место, где вот пропасть. Он как бы небольшой, а это, тысяч человек. Так вот тоже Неаполя. Это Лунчиано, сейчас я непосредственно. И тоже в зале. Это Лунчиано, видишь, какие здания, сооружения, видишь, двери какие тут. Зелень кругом, видишь, как красиво. Это тоже крепости стоим. А вот сувениры продают там за времени, где был. Это родина Федерико Феллини. Известный режиссер, актер. И вот там могила, но не успел побывать. Прям тоже, что-то там находится, значит, на побережье моря. И термин скажем. Это Неапольский. А который 20-й этаж, там такая махина, юбка, он уже ушел, не успел заснять. И не ушел куда-то назад. Так. Крепости,